Ага, я застала тебя с тюленем. Куда ты его несешь? Куда? Что ты будешь делать? Ёлочка. Давай, может, я вот этот прикрою створку. А то... Да-да, прикрою. Ну, нет. Не надо его на улицу. Можешь туда нести свой склад игрушек. А, ну так угу, конечно, удобней. Это несомненно. Такой тюлень не хватит. Да. Хорошо, что ты Никит, охотящийся на тюленей, да? Представляешь, если бы у касатки были такие лапки? Да. Всех тюленей бы съели сразу. Ёля, я тебя сейчас не буду выпускать ни с тюленем, ни без, потому что мне надо уходить. А кто будет охранять комнату? Вот, поэтому посиди здесь. Ладно? Потом я приду и тебя выпущу. Соглашайся. У тебя все равно нет выбора. Угу. Ну нет, Юль, нет. Тьфу на него. И что это? Югу. Блинец там скребется. Где бы нам такого тюленя еще раза в два больше взять? Прям вот точно такого же бы, но побольше. Ёль, погугли, пока меня не будет. Ладно. А я переселила гадюковых геккончиков в новый террариум. Ну, то есть в старый террариум. Просто в нем жил паукан. Я решила поменяться. Так как их тут 7 штук, им надо все-таки побольше места. Ну, сейчас они все прячутся днем. Потом вылезут под кокосиками. Крышечка теперь, конечно, неудобно открывается. То есть ее надо вот так двумя руками вынимать. Вот он один. Вот он второй. Там еще три. И еще два.
никого нет. А паучиха пока сидит он. Да, Ёль. Я на тебя внимания не обращаю. А ты как думала? Паучиха сейчас сидит вот там, в пластиковой. Вот. А здесь сидят три детеныша гадюковых, которые постарше. Да, сова? Скажи, вот это да. Это все потому, что ты сидишь и ничего не делаешь, сова. Так. Вот они, уже выросли большие. Тут две самочки и самец. И еще вот у меня вот два вот таких вот есть маленьких. Пока их не буду доставать. Вот. Итого у меня их 12. Да. Представляешь, сова? 12 гадюковых гекконов. Это практически целая банка шпрот. Да? Можно я заберу? Я его на место положу. Ладно? Положу. Член все время лежит здесь. Ну, ровно до того момента, пока елка его не забирает и не уносит куда-нибудь. А забирает она его каждый день. Возмутительно, скажи, отняли члени. Все, я пойду собираться.